7-летний Кирилл Козлов занимается на станции юных техников только несколько месяцев и уже одержал серьезную победу. На областных соревнованиях мальчик занял первое место, дальше всех прокатив модель автомобиля. Мне надо было поставить машинку на белую линию и пустить ее. Это было сложно. Волновался чуть-чуть, но справился. Вместе с Кириллом на соревнования ездил еще один юный техник – Арсений Деляев. Он запускал модель парусного судна. В этих испытаниях высчитывали наименьшую сумму времени прохождения акватории. В результате Арсению присудили второе место. Надо было поставить кораблик, чуть-чуть прижимая к бортику, и не резко отпустить его, чтобы он поплыл ровно. На соревнования приехали начинающие техники из Нижнего Новгорода, Арзамаса, Дзержинска и других городов. Конкуренция была достаточно серьезной и заставила ребят понервничать. Однако они сумели собраться и правильно запустить модели. Есть некоторые нюансы. Если неправильно поставишь автомобиль, да, неровно, то он может уехать как бы не в том направлении и будет не тот прокат. В самой сложной номинации «Запуск планеров» выступал Данила Якуничкин. Он получил диплом финалиста. Екатерина Апенова, Артемий Глазков, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24.